Всем привет, с вами Прия. Ну что ж, 7.25 наконец-то наступило, 14 июня у нас нынче. А мы тем временем вскрываем сундуки. Да, вскрываем все так же на защиту, в надежде на что-нибудь классненькое. На прошлой неделе я закрыл 20-е чертоги, это было классно, это было весело. Ну что ж, давайте вскрываем, что мы получим. А неплохое на самом деле колечко, если честно, но хотелось бы его полутать намного раньше. Окей, 200 плюс 80 миллионов силы артефакта. Вполне неплохо на самом деле. Касательно этого колечка. Оно должно было упасть раньше. А так оно весьма хорошенькое. Да. То, которое я в банке, я продам, а вот это вот я оставлю. Пускай лежит. Ну так, на память, скажем так. Вот, и давайте пойдем потратим осколочков чуть-чуть. И припасов армии погибели легиона. Навряд ли упадет легендарка и вообще засаливание вот этих старых ресурсов в надежде на получение новых каких-либо вещичек. Это глупо, чуточку, да? Теперь красивая анимация у нас, да? Падение воина со флота. Угу. Самое главное, чтобы именно в ту локацию приземлялся, а не в Ассуну. Вот это будет классно. Кликаем. Когда-нибудь я все-таки лутану кристалл, но похоже, что это будет не скоро. Обидно. Че там? Куда сливаем? Ставку? Поехали потихоньку. X2 прокает, отлично. Сейчас поскрываем эти сундучки. Ну, я решил, думаю, оставлю, почему бы и нет, как раз на недельное вскрытие. Уже как в привычку, что ли, вошло. По факту, какая разница, когда я прожму эти припасы? Ну, действительно. Поехали. Повскрываем сейчас. Хоть осколков налутаю. И ресурсов оплота класса, их же так мало. Угу. Ладно. Кликаем, кликаем. Чё толку-то кликаем? Ничего не падает. Угу. Я еще бонусных сундучков маленько оставил. Ну так, чисто ради прикола. Подождите. А где мои эссенции на улучшение легендарки? Я чуть не понял. Алло? Алло? Не понял. Тихо. Стоять, не понял. Подожди. Так, прыгаем в Толоран. Ну, я скрывал на ПТРе этот сундук. Давали сразу эссенции ради апа легендарки. Или что, еще рано для них? Ну-ка, надо это решить сейчас. Вот, именно сейчас надо это решить. Подождите. Да-да-да, красивая анимация. Очень, спасибо. Не понял. Подожди-ка. Сейчас мы все решим. Так, близкотрончики. Где близкотрончики? Вот близкотрончики. Да не! Не-не-не-не-не. По факту креста и быть не должно. Угу. Потому что даже зайдя в добычу, легендарки еще до сих пор 940-е. Ну вот. А, наверное, со следующей недели уже только их можно будет апать. В общем, я сам себя сдезориентировал, как всегда. Ну, я умею это делать. Я спец. Угу. Релогаюсь в своем шмоте. Там, не забывайте его осматривать, кому интересно вообще, потому что недавно я все-таки сделал аналитику по воинам-танкам. И сказал такую фразу, мол, то, что кому интересно там глянуть мои статы, таланты и прочее, то не забывайте посещать мою страничку на оружейной, ну или на лов-прогрессе. Я стараюсь ее периодически обновлять все-таки, чтобы там были только актуальные данные. Ну и еще, наверное, до выходных я порелогуюсь именно в том шмоте, в котором я хожу в ПВЕ, а не в ПВП. В ПВП все-таки там хороший шмот с максимальным эквипом ради большого количества стат. Это весьма классно. За паладина я закрывал 15-й ключ в надежде на то, что начиная с этой недели мы будем лутать классненькие шмоточки с миф-плюсов, а на самом деле классные шмоточки с миф-плюсов повышенного эквипа мы будем лутать
28-го. То есть в период с 21 по 27 я прошу вас, закройте 15 ключ. И уже в среду, 28-го, вы получите шмоточку высокого эквипа. Это что такое? А, это кольцо с критом ненужное. Спасибо. Очень-то оно мне нужно прям. Угу. Но зато артефакт апнул. Отлично. Какого он там у меня уже левела? Ну-ка. Сейчас откроем, глянем. 50-го. То есть сейчас качну, потом еще качну. И уже будет согласованность на паладине. Хотя паладином я не особо хочу танчить. Но все же, пускай будет, почему бы и нет. А что тут вообще ставить? Что это? Кто это вообще? Что это такое? Я твинкам просто не особо сейчас времени уделяю. Все-таки все развитие идет в воина. С какой-то стороны это правильно, с какой-то не совсем, но все же. Ну и идем на друида. Смотрим, что друид получит. Вот вы вот меня частенько спрашиваете какие-либо самые такие простые вещи, а вот вам советы даже эти, которые при загрузках выпадают, можно их читать и начать маленько в Варкрафте разбираться все-таки. Ну что-то полезненькое в них описано, так чуть-чуть, в общих чертах, скажем так. По почте что-то у меня пришло, а что там, голда, наверное, боешки всякие интересные, да и не более, да. Эти вещички, плащики вообще продать надо. Продам плащи на трансмагрификацию. Начальная ставка 1 миллион голды. Кто будет брать, плюс в чат. Вот так. Сообщение дня от гильдии у нас относительно интересное. Геры, нормалы, мификов, все рейды будем проходить в дни РТ для легендарок. ЛФРы сами. Вот так что это вот весьма интересно на самом деле. Ну ладно, хорошо. Самое что еще интересное, вторая часть этого сообщения. Первый полутавший 950-ю Титанфорд шмотку кладет 100 тысяч голды в гильдбанк. Ну, у меня голды много, так что я с радостью заплачу эту стоимость, полутав такую хорошую шмотку. Что у нас? Защита, страж. Поехали. А это релик жизнь. Как бы, знаете, ай, пофигу. Эквип это хорошо. Так. И повышение уровня артефакта, это тоже весьма хорошо, так что я доволен, да. Ну что у нас получается? На друида только небольшое улучшение, и все. На паладина колечко пошло на продажу, на воина аналогично. Так, а что мне еще можно улучшить? Ой, там же по-новому трепка работает. Давайте-ка трепку качнем. Сейчас посмотрим, что вообще с друлем сделали. Потому что там что-то интересное я чувствую. Так. Где она? Где мне кены? А, вот нашел. Так, давайте чекнем. Метку Урсола удалили. Как бы тут все уже. Мне просто интересно, сколько теперь будет трепка дамажить. Вот! Вот это уже серьезный дамаг на самом деле. Вот это классно уже. А что она там? 40... Сколько? Подожди. Так. Обалдеть. Не, ну... Знаете, я всегда говорил в рейдах, когда так чуть-чуть подтанковывал медведем, по типу того, что... Да вот, куда ярость сливать, если ты не танчишь. Ну вот, по факту. Трёпка. 45. Ярости. Многовато. На самом деле, 30 было бы достаточно для... Ну, ладно. Blizzard видит этот баланс так, и им... Им виднее, как говорится. Ну что ж, на этой неделе еще можно проходить 10-е ключи, а на следующей надо уже
проходить пятнашечки на твинках. Ресурсов оплота на руле у меня нету, надо заниматься чуточку друлем. Ладно, всех вам благ, счастья, здоровья, легендарок новых побольше, как говорится. Не забывайте. А интересно. На воине у меня написало 905 и выше. Вещицу дают. Ну-ка, сейчас вот увидите сами. Смотрите. Сейчас. Может, потому что на воине рейтинг просто есть какой-то. Вот, не забывайте, говорю, отбивать 10 выигрышей. 2 в 2, 3 в 3. И все будет хорошо. Да, апните легендарку, апните гир. И все будет очень-очень хорошо. А до записи писала 905-я шмотка. Ну и ладно, 895-я и выше, это тоже вполне неплохо. Я бы не отказался полутать какие-нибудь ступни хорошие. Да. Как говорится, до скорого и всех вам благ.